Город Медвежьегорск находится в 400 километрах северо-восточнее Санкт-Петербурга. Он был основан в 1915 году во время Первой мировой войны, когда потребовалось построить железную дорогу от Петрограда до Мурманска. Тогда он назывался Медвежья гора, а в 1938 году, в советский период, его переименовали в Медвежьегорск. Во время Великой Отечественной войны, когда советско-финский фронт стабилизировался, то финское командование приступило к строительству мощной линии обороны, расположенной на перешейке между Онежским озером и Сек-озером. Эта линия называлась Масельская линия. Работы, скорее всего, проводились Оскаром Энкелем по приказу маршала Маннергейма. В районе Медвежьегорска как раз располагался один из крупнейших узлов этой обороны. Он назывался Кархумяки, что в переводе с финского означает «Медведь-гора». Финны проделали огромную титаническую работу и соорудили огромное количество фортификационных сооружений. Это различные огневые точки, как орудийные, так и пулеметные, убежища, укрытия, наблюдательные пункты и различные коммуникации, также много километров различных траншей. Впрочем, здесь не обошлось без материально-технической помощи немцев, а также на сооружение объектов использовался труд советских военнопленных. Создание такой мощной обороны не помогло. В 1944 году советские войска за 3 дня взяли город Медвежьегорск, и финны быстро отступили, чтобы избежать окружения, попутно успев демонтировать основное оборудование. Самым интересным сооружением была подземная казарма-убежище, так называемая туннельная казарма, в которой солдаты, обороняющие этот укрепрайон, могли безопасно жить и обороняться. Как правило, казарма сооружалась в небольшом гранитном холме. Ее пространство было выработано буровзрывным методом, и она имела один основной вход, к которому можно подъехать на автомобиле. Но также обязательно был еще один запасной выход с другой стороны казармы. Внутри подземного сооружения располагалась так называемая туннельная казарма в виде большого туннеля, в котором могло одновременно расположиться более 100 человек личного состава на двухъярусных кроватях. Также в комплексе находились различные системы жизнеобеспечения. Это в первую очередь вентиляционная установка со специальной шахтой, которая имела замаскированный выход на поверхность. И важным моментом, конечно, была оборона этого комплекса. По флангам, как правило, располагались долговременные огневые точки в специальных бронеколпаках. Они по финской традиции были практически идеально замаскированы. Даже если пройти на расстоянии нескольких метров, то можно не заметить эти огневые точки. При посещении этих мест нужно соблюдать осторожность, потому что в лесу сохранилось много колючей проволоки. А также нужно внимательно смотреть под ноги, потому что можно упасть в открытые колодцы. Соблюдайте осторожность, приятного путешествия!